мы приехали во двор форели. Называется как бы двор форели. И вот в каждом этом пруду форель разного размера по возрасту. Вот. Вот видно, видите, форель на форели, форели погоняют. Вот эти пруды с форелью можно купить, можно зажарить, можно зайти в ресторан, покушать. Красота в лесу просто необыкновенная. Каждый пруд – это разное, разный возраст форели. Смотрите, как красиво. Так, картина нарисована. И дом называется Forellian Gold. Здесь так красиво. Птички поют. Я не знаю, просто какой-то рай. Какая красота! Сыночка. Прям такой пейзаж красивый. Полный релакс. Полный релакс. Вот такое красота. Земля Хессен. Прекрасная, благословенная Господом земля. Дима. Роко. Вельц? Да, может быть это белуга, да, монстра? А я вот слайд. Смотрите, дом 1894 года. Какая красота. Из камушек выложено. Душа кот какой. Уши. А сейчас мы пришли на птичий двор. Смотрите, какие упитанные, красивые. Гэнсы, да? Шатси ганс, плюраль гэнзе. Ди гэнзе. Вундебар. Вундешёне гэнзе. И курочки. И наш доберман. Но как пройти мимо такого мужчины красивого? Ах, улыбка, милый мой, твоя улыбка ранит, манит, обжигает. Вот такой. Обязательно забронируем и придем, посетим этот ресторанчик. Мы еще с тобой встретимся. Смотрите, какой свин.
Господи, как же люди украшали свои дома с такой любовью. Вот хотели уже мы идти домой и решили еще раз пройтись. Вот невозможно, невозможно отказаться от такой красоты. А в этом пруду живут карпы. Огромные-огромные. Плохо, что невозможно передать. Вот. И, как говорят, в 11 часов утра каждый день здесь продают свежую рыбу вот с этих прудов. Видите? Какая красота! Это все Хессен, мой любимый, моя любимая Германия. Это сказочная страна. Сказочная страна с прекрасными, воспитанными, культурными и очень добрыми людьми. Моя любимая Германия. Страна моей сбывшейся мечты. Смотрите, как печеречка невеличка, схочу, перескочу, віддай мене, матіночка, за кого я хочу. Здесь такие сосны, я не знаю, 40 метров, наверное, так все два, да, 40 метров в высоту. Такие маленькие люди, да, по сравнению с деревом. Не знаю, это счастье. И хочется молчать и просто говорить: «Господи, слава тебе за эту красоту!» А таких малышек видели? Такая красивая красота! Унылая пора, очарование. Приятна мне твоя прощальная краса, люблю я пышное природы видание. В багрец и золото одетые и сами.